В игровой форме дошколятам рассказывают, какие есть профессии. Также для детей проводят уроки лепки и конструирования из кубиков. Помимо этого, с малышами будет работать психолог. Занятия для детей проходят в течение дня, пока мамы находятся на курсах. Для многих открытие детской комнаты при центре профориентации стало настоящим спасением. У меня ребенку 1,5 года, где оставить, с кем оставить, ну, приходилось по-разному решать вопрос, там, бабушки, ясли, подруги и так далее. Поэтому сейчас проблема будет решена, можно будет приехать на занятия, оставить ребенка. Оставить здесь своих детей смогут мамы, которые обучаются в центре профориентации на различных курсах. Зачастую женщины находятся в декретном отпуске и бесплатно повышают свою квалификацию. В Красноярском крае вот, по статистике порядка 100 тысяч женщин вот, находятся в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 лет, да, и до 3 лет. И понятно, что 3 года, когда женщина находится в декрете, ну, происходит некая, будем так говорить, утрата, что ли, профессиональных неких навыков. Специалисты говорят, что рассказывать о различных профессиях детям необходимо как можно раньше. Тогда у ребенка точно не возникнет вопрос, какое образование получать и куда идти работать. Чем раньше ребенок определится в профессиональном своем выборе, тем лучше и легче ему будет дальше создавать. С учетом психологических возрастных особенностей детей вот этого возраста, легко формировать его профессиональное мировоззрение. Знаете, познакомить его с миром профессии, с многообразием профессий через родительских профессий, через его бабушек и дедушек. В Красноярском крае подобных детских комнат больше нет. Перенимать опыт работы будут специалисты со всего края. Екатерина Погорелова, Алексей Гусев, новости.